7 миллиардов 625 миллионов 209 тысяч 8. Это население планеты Земля. Если посмотреть в лицо каждого человека на Земле хотя бы по одной секунде, то понадобится 244 года непрерывного смотрения. Однажды в первом классе я ехал на школьном автобусе к первому уроку, смотрел в окно. За окном люди шли по своим делам, на работу, на учебу. Кого-то ввели в садик. Они шли и даже не знали, что я на них смотрю. Я смотрел и все понял. Да вот так. В первом классе все понял. Каждый человек сам по себе. Каждый человек считает себя центром Вселенной. Центром жизни. Ну, он думает, что он в центре жизни. Все, что с ним происходит, происходит в нем. Это же его жизнь. Значит, жизнь — это он. И вот он даже не знает, что я на него смотрю, что я думаю о нем. Жизнь — это не он, жизнь — это я. Я так думал. Может, сейчас кто-то смотрит на меня, а я даже не знаю, что он на меня смотрит. А иногда в кругу семьи, когда мы вечером садились смотреть телевизор все вместе, я думал, что если я резко повернусь, неожиданно для кого? И вот что если я резко повернусь неожиданно, то я увижу пустоту, что там нет ничего, куда я смотрю. Не будет мамы, не будет папы, не будет брата, не будет стенки с хрусталем сзади меня, ничего не будет. Где меня нет, там и жизни нет. Мы так увлечены собой. Я решил посчитать, сколько людей в жизни я встретил. Родственники. Больница, садик, школа, университет, разные кружки, детский пионер, лагеря, увлечения, секции, милиция, второй университет, магазины, театр, фестивали, все. Ну, где-то 10 тысяч получилось. А более-менее осознанно около 2000 человек. Ну, люди, которых я более-менее помню. И совсем единицы, кого я знаю. Наверное, 3 человека самых дорогих. Это моя жена, это Настя. Она еще не знает, что через несколько десятков часов ей рожать моего сына Георгия. А это моя дочь, Серафима. Она думает, что она центр мира. Что жизнь — это она. Наверное, так оно и есть. Иногда мне кажется, что я продолжаю ехать в этом автобусе и смотреть через окно на других людей. Фестиваль актуальных текстов «Наша тема» 2018. Хабаровский театр юного зрителя.